Привет, меня зовут Барбара Паулин, и мы находимся на показе Армани. Мне нравится, что креативному директору бренда удается сочетать роскошь, элегантность и комфорт. Уверена, нас ждет невероятное зрелище. С нетерпением жду начала шоу. Особенно хочется увидеть роскошные свадебные платья, а также образы для торжественных мероприятий. Неординарный подход к классическому стилю – вот ДНК Армани. На неделе высокой моды в Париже царит особая атмосфера. Меня окружают прекрасные люди. С нетерпением жду возможности увидеть великолепные творения Армани. Привет, меня зовут Хелена Бардон, и мы находимся на показе Армани Приве. В коллекциях Армани безупречна каждая деталь. В нарядах, созданных дизайнером, чувствуешь себя сильной и красивой. Показы Армани всегда незабываемые. Дизайнер всегда выбирает интересные локации. И этот сезон не исключение. Я восхищаюсь работой дизайнера с кроем. Особенно хороши блейзеры. Строгие, четкие линии, правильно подобранная длина, женственный, изящный стиль – все прекрасно. Счастлива быть гостьей показа Армани. Восхищаюсь стилем бренда. Дизайнер неустанно воспевает красоту, из сезона в сезон оставаясь приверженцем классического стиля и лаконичного кроя. Маэстро Джорджо Армани бесподобен. Преклоняюсь перед его непревзойденным мастерством. На протяжении долгих лет он остается легендарной для итальянской моды фигурой. Работая над коллекциями Armani Privé, дизайнер демонстрирует высочайший уровень мастерства. Интересно увидеть, что он приготовил для нас на этот раз. Определенно, Джорджо Армани – один из величайших дизайнеров нашего времени. Не устаю восхищаться его мастерством. Каждый образ безупречен. Я уже побывала за кулисами. Была рада узнать, что новая коллекция посвящена памяти Франки Соцани, знаменитой итальянской журналистки. В великолепных нарядах Армани будто становишься сильнее. Дизайнер помогает девушкам обрести уверенность. Неудивительно, что у бренда столько поклонниц. Привет зрителям телеканала Old Fashion. Прекрасная коллекция. Джорджо Армани вновь подтвердил, что сейчас самое время вернуться к подлинному кутюру. Женщины устали от концепции прет-а-порте. Они мечтают о роскошных нарядах. Как сказал сам дизайнер, женщины хотят выглядеть загадочно. И я думаю, лучшего описания, чем загадочное, для новой коллекции не найти. Невероятный показ. Дизайнеру нет равных. Он настоящий король. Фантастически красивая коллекция. Всегда восхищалась творениями Армани, и сегодня он вновь впечатлил меня. Пожалуй, больше всего мне понравились полупрозрачные ткани и, конечно, безупречный крой нарядов. Выбор материалов, сверкающие декоративные элементы, собственно, все, что мы увидели, было бесподобно.
очаровательные, в высшей степени элегантные образы. Любуясь творениями Армани, всегда погружаешься в умиротворенное состояние. Сегодня я впервые участвовала в показе Армани. Была счастлива примерить такие великолепные наряды. Благодаря саундтреку мы будто перенеслись в сказку или какой-нибудь фильм, снятый в 50-е. Мне нравится, что дизайнер из сезона в сезон продолжает воспевать элегантность и женственность. Джорджо Армани, как никто другой, ценит индивидуальность женщин. Я высоко ценю то, что он никогда не создает платья, в которых девушка будет выглядеть вульгарно. Напротив, он одевает нас в настоящие произведения искусства. Всегда уважала Джорджо Армани.